Бойцовский клуб «Магнус» и «Амедиагрупп» представляют уникальное реалити-шоу «Бои белых воротничков». Официальный партнер проекта – рекламное агентство «Изо-студио». Спортивный партнер – бойцовский клуб «Магнус». Медиапартнер – сеть кинотеатров «Марс-Сити». Участие в реалити-шоу «Бои белых воротничков» – это не просто тренировки. Парни общаются вне стен спортивного зала, отдыхают и развлекаются вместе. Например, сегодня воротнички из Армавира решили поиграть в американский футбол. Настоящий мужской вид спорта, который не только закалит характер, но и сплотит командный дух. Ведь не будем забывать, что лучшие из бойцов будут сражаться в командных встречах со своими собратьями из Анапы и Краснодара. Итак, американский футбол в боях белых воротничков. Замечательный проект, который, по сути, дает людям раскрыться, дает почувствовать себя сильнее, лучше не только телом, но и духом. И я думаю, что если пригласите, то и мы своей командой тоже бы поучаствовали в тренировках по кроссфиту, тоже с удовольствием, поскольку кроссфит – это составная часть американского футбола. Поскольку умение защищать себя и других, как говорил Господь, нет больше любви, кто жизнь свою положит за други своя. Но есть множество воинов православных, святых, которые шли и защищали свое отечество, свой народ. Александр Пересветов, Александр Невский, Федор Ушаков. Это те примеры, которые, по сути, блистают вот на православии. Я сам являюсь профессиональным тренером, педагогом по физической культуре. И, собственно говоря, американский футбол – это тот вид, который мы долго искали, который мы хотели поиграть. И вот, будучи здесь, на Кубани, мы связались с командой уже существующей, краснодарские «Бизоны», которые нам помогли. И вот сейчас мы реализуем, являемся членами Федерации американского футбола Краснодарского края. У нас есть общественная спортивно-патриотическая организация «Сила Логоса», которая называется, которая вот как раз реализует спорт и объединение в этом ключе, и православие, и вот здесь, в Армавире. Я священник Русской православной церкви, который, собственно говоря, все это дело мы совместно организовали. Отец Игорь – главный тренер. Старший тренер. Играем мы около полгода, ну, за это есть свои результаты. Значит, надо поделить вас на две команды, законодательно, да, на три команды. Сейчас у вас будет разминка, потом мы вас разделим на три группы, это не будет команда, на три группы, потому что в американском футболе есть позиции. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы, и все исполняет, как любящий благих, и жизни подателю, и спаси блаже души наши. С Богом, что ты страх, все хорошо. Даем какие-то колонны по 5 человек.
просто так, пока сам не поймешь, чего ждал, чего ждешь. Не спеши брать разбег. Хочу попробовать себя, все свои силы, чувствую, есть мощь, хочу вылить ее. На первой тренировке было очень тяжело, после все болело сильно. Ну, это была приятная боль, как бы. Ну, мы-то, в принципе, ни с кем не знакомы так близко, но это спорт, спортивный интерес, ничего личного. Очень разнообразие от тренировок. У нас большие нагрузки, там ударные, ФП. И это прям для нас развлечение такое, много эмоций подарило. Да, новые движения, кстати, пригодятся нам. Как это турнир получается, не только мы выведем, кто у нас лучше будет. И, соответственно, это будет турнир уже. Покажем, что Армавир лучше. После первого тренировки, да, в общем, нормально было. В принципе, вот на следующий день было уже потяжелее. А так все было хорошо. Почему? Ну, потому что я смотрел первое шоу, вот, очень понравилось Крыму, вот, очень хотел давно, вот, очень мечтал самоутвердиться, вырасти в своих глазах, там, вот, кому-то, может быть, что-то где-то вдалеке доказать, ну, в общем, причин много. То пацаны вообще классные, вот, тренировки, тренера в обалденный спортзал лучше. Самоутвердиться, вырасти в своих глазах, в глазах товарищей, вот, да, может быть, достичь каких-то результатов для себя. Ну и просто хорошее шоу. Игра супер, очень похожая игра, да, очень близка к нам, брутальная, мужская, грязная, мочилова, супер, очень понравилось. Ну, я крымчанин из Крыма, вот, я буду защищать честь Армавира, а для себя я буду защищать честь в Армавире. Друзья в жизни, враги на ринге, вот, они еще крепче друзья в жизни. Решил опробовать себя, насколько я силен или слаб. Отличная игра, сложная, конечно, травмоопасна, но адреналин, эмоции, все на высшем уровне. 10 с лишним лет назад я решила выбрать этот путь. Поначалу наугад, но с годами глубже видя суть. Кто всегда идет вперед, пусть порой дорога непроста,
ошибок и проблем. Променял дорогу вверх на тоскливый путь стандартных схем. Чтобы не жалеть потом, нужно страх и лень отдать глупцам. Не сдаваться, быть бойцом. На дороге что ты выбрал сам? Без тени сомнений. Для нас очень важно, чтобы воротнички не просто на 5 недель оторвали свои задницы от любимого кресла, пришли тренироваться, подрались друг с другом, тем самым реализовал свои мечты и на этом закончили. Нет, спорт, единоборство – это только повод стать друзьями, объединиться в настоящее мужское братство, научиться поддерживать друг друга и чувствовать себя частью чего-то большого и настоящего. Командные игры, такие как американский футбол, гонки на лодках или футбол на пляже, отлично помогают сплотиться, узнать друг друга получше, да и просто повеселиться. Кто самый сильный? Абрамир! Кто самый быстрый? Абрамир! Кто порвет все? Абрамир! Ура! Официальный партнер проекта – рекламное агентство «Изо-студия». Спортивный партнер – бойцовский клуб «Магнус». Медиапартнер – сеть кинотеатров «Марс-Сити». Как вы себя чувствовали на первой, самое главное, после первой тренировки? Было печально, очень печально.